Мы уже рассказывали в программе «События» о белящем вольере, который расположен в Аллее Любви и давно уже стал центром притяжения, прежде всего для славянской детворы. И взрослым интересно полюбоваться пушистыми красавицами-белками. Еще один вольер с белками появился во дворе Свято-Успенского храма. Наш город подкупает и жителей, и гостей красотой и большим вниманием к благоустройству, которое проявляется буквально во всем. Это и фонтаны, и скамейки, и зеленые насаждения, в том числе цветники. Своеобразной изюминкой стал и вольер с белками, одно из самых популярных мест в центре города. И при Свято-Успенском храме сейчас есть беличий вольер. Белки жили здесь и в прошлом, так что это возобновление существующей традиции. Появилась как-то один раз такая идея, чтобы возобновить нахождение белок при храме, поэтому мы подали запрос в один из питомников в городе Пятигорске, который нам вот помог в реализации данного плана. Первую неделю, как мне говорили, они немножко привыкали к новым условиям. Красивые белочки, что называется, пришлись ко двору и очень понравились всем, кто имеет возможность любоваться ими. Нам привезли белочек, нас теперь детки окружают их, постоянно радуются этому. Все очень прихожане, все здесь у нас очень радуются этому. Белки, конечно, очень любят орехи. Есть в их рационе и другие продукты. За лесными красавицами ухаживает специально прикрепленный человек, чтобы они всегда были здоровы и бодры и радовали прихожан и всех славянцев. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».